Приехали на монтаж летнего душа, разгрузились, разложились. Сейчас будем распаковывать и собирать летний душ. Здесь у нас каркас, комплект поликарбоната. Будем устанавливать вон там вот. Выравниваем сейчас площадочку, там брус у нас. Сейчас все это дело будем собирать. Продолжаем монтаж летнего душа. Зафиксировали на брус. Брус сначала будем забивать якоря. Душ у нас идет высокий, с размерами 1 м на 2 с раздевалкой, 3 высотой. На парнике у нас прозрачный поликарбонат, на стены белый 4 мм. Бак у нас идет 250 литров с подогревом. Речка. Сейчас будем делать дверь, забивать коли, устанавливать трапик, собирать. Трапик также подготовили, напилили в размер. Сейчас все это будем делать. Закончили монтаж летнего душа. 1 м на 2 с раздевалкой, 3 высотой. Также сделали трапик из бруска 30 на 40, у нас идет он съемный. Также забили якоря. Здесь у нас крючки, шторка. Бак идет на 250 литров с подогревом. Леечка. Поликарбонат у нас идет белый на стены и прозрачный на парник. Труба идет 20 на 40 плюс 20 на 20 комбинированная. Цинк плюс полимерно-порошковая покраска. 8-17. Вот летний душ. Установили на брус, брус закрепили корями. Здесь крючок.